В конце прошлого года руководство нашего завода решило усовершенствовать процессы на производстве, оптимизировать работу оборудования. Мы занимаемся выпуском фармацевтических препаратов в Краснодаре и работаем на рынке лекарственных средств более 20 лет. На общем собрании по развитию производства ведущий инженер аналитической лаборатории предложил обновить аналитическое и лабораторное оборудование. Используя аналитическое оборудование, следят за показаниями уровня влажности, времени плавления, прозрачности, растворения, параметры твердости, толщины, тягучести. Многие аналитические операции по определению качества сырья, готовых продуктов, мы проводили на технически устаревшем лабораторном оборудовании, которое часто не обеспечивало показатели поверки. Я 10 лет работаю на заводе ведущим технологом производства. Руководством мне была, по сути, поставлена задача найти и купить настольный миксер жидкостей, который, в принципе, используется перемешивание растворов и жидкостей. Я приступил к поиску, заранее уточнив необходимые параметры у ведущего инженера аналитической лаборатории. Он предложил выбрать современный магнитный миксер вместительностью 8 литров. Инженер посоветовал мне обратиться сначала к производителям оборудования. Они предоставляют гарантийное обслуживание, чертежи, инструкции по эксплуатации. Я последовал его совету. Выбрал в интернете одну компанию в Италии по производству фармацевтического оборудования, зашел к ним на сайт и написал письмо, в котором указал желаемые параметры и возможности настольного миксера жидкостей. Конкретный прибор я не указывал, хотел посмотреть, что они смогут мне предложить. Через неделю я получил ответ, что миксера у них нет, однако они могут разработать и произвести ее, по желанию заказчика, к концу года. Для нас, иначе говоря, это долго, и я решил попробовать поискать аппарат у других производителей. Нашел в интернете компанию из России, которая выпускает аналитические миксеры. Позвонил им и уточнил, смогут ли они поставить настольный миксер жидкости объемом 8 литров. Они ответили, что у них есть такая машина. Менеджер спросила у меня номер телефона и сказала, что перезвонит вечером, когда уточнит у инженера своего предприятия о характеристиках аппарата. Однако вечером она не позвонила. Я связался с ними на следующий день. Менеджер сказала, что передала запрос в конструкторский отдел, и когда будет ответ, она свяжется со мной. Это мне показалось странным. Когда ждать ответа? Сколько ждать ответа? Совершенно не деловой подход к клиенту. После череды неудач, я отказался от самостоятельного поиска анализатора. Потом я вспомнил, что на форуме производителей оборудований для фармацевтической отрасли в Москве я познакомился со специалистом, который, в принципе, занимался подбором и поставкой лабораторного оборудования для производства лекарственных препаратов. Я нашел его визитку, и перед тем, как связаться с ним, решил проверить, реально ли он занимается поставкой оборудования для фармацевтической отрасли. Для этого я нашел сайт его компании, внимательно изучил информацию на нем. Мне понравилось, что сайт был современным, представлены видеоролики работы оборудования, много контактов для связи. Еще я заметил, что сайт существует с 2003 года. Компания уже долго работает на рынке поставки оборудования, и это дает основание утверждать, что успешно. Я позвонил менеджеру. Он сказал, что вспомнил меня и был рад услышать снова. Я рассказал, что ищу современный настольный миксер для смешивания жидкостей с простым управлением. Он предложил вариант прибора, который, в принципе, пользуется популярностью у клиентов и проверен на производстве. Я согласился рассмотреть его. Менеджер прислал на электронную почту мне паспорт, инструкцию по эксплуатации оборудования. Также он предложил осуществить процедуру поставки под ключ. Предложенный вариант оборудования мне понравился, и я согласовал его с руководством. Через неделю мы заключили договор по поставке настольного миксера жидкостей. Через месяц после заключения договора менеджер позвонил мне и рассказал, что аппарат готов и через неделю осуществит его доставку. Аппарат доставили согласно договору через 30 дней. Миксер, как я и хотел, был объемом 8 литров. Процесс смешивания автоматизирован, есть возможность устанавливать необходимую скорость смешивания. В комплекте есть две мешалки, маленькая и большая, для различных сосудов и жидкостей. Инженер лаборатории, и я в том числе, остались довольны предложенным вариантом настольного миксера. Я понял, что сделал правильный выбор специалиста для поставки оборудования. Настоящие профессионалы обращают внимание на мелочи, и мне повезло найти такого человека при выборе оборудования.